Цены на нефть упали ниже 50 долларов за баррель. Впервые с начала года стоимость топлива на мировых площадках обвалилась минимум на 6%. Экономисты сходятся во мнении, что обвал связан с заявлением Министерства энергетики США о росте американских запасов нефти. Еще в декабре такое развитие событий предсказывал министр нефти Саудовской Аравии после того, как страны ОПЕК заключили пакт с Россией, который не входит в картель. Стороны договорились заморозить добычу и стабилизировать цены. Многие страны серьезно отнеслись к этому соглашению и действительно снизили производство. Цены ненадолго выросли. Однако США, в свою очередь, начали добывать сланцевую нефть и возобновили ряд других проектов. А это привело к увеличению запасов и падению стоимости черного золота.